1 октября по всей стране начнется осенний призыв. Из Чувашии в армию должны уйти 1330 человек. По традиции 10 парней отправят служить в президентский полк. Об итогах весенней призывной кампании и о том, как идет подготовка к предстоящей, журналистам сегодня рассказал главный военный комиссар республики Александр Макрушин. Весной чувашский военкомат отправил служить 1359 человек. Каждый пятый из них с высшим образованием. В этом году число выпускников вузов, надевших армейские сапоги, увеличилось, говорят в военкомате. А вот тех, кто старается избегать службы в последнее время, становится меньше. Но уклонисты все равно есть. Были, конечно, и такие моменты, что без уважительных причин на призывные комиссии не явилось всего 15 человек. Это небольшой процент, это 0,3%. Вот. Количество таких людей у нас сокращается. В прошлом году у нас было 27 человек, в этом году 15.